Привет, друзья! Меня зовут Евгений Шакир, я практический психолог и коуч, и на этом канале вы можете найти очень много полезной информации о психологии в нашей жизни. Сегодня я хотела поговорить с вами о самооценке. Это слово звучит, наверное, из каждого радио. Так и есть. Вопрос к вам. Бывает ли у вас такое, что у вас появляется ощущение, что в этой жизни вы чего-то не сделали, или что в этой жизни вы чего-то не достигли, что как будто бы ваш потенциал не раскрыт, да? То есть что-то здесь не так. Если такие чувства периодически вас накрывают, то пора обратиться к самооценке. Нам нужно ее поднимать, повышать, как-то раскрывать свою ценность. И как это сделать? Ведь самооценка – это на самом деле человек с высокой самооценкой, это человек, который готов рисковать, несмотря на то, что он не уверен в результатах, он все равно пойдет и попробует, потому что он верит в свои возможности, он верит в свои способности, он верит в свои таланты. А для того, чтобы верить, нужно их видеть, нужно знать, нужно их раскрывать. И тем не менее, именно благодаря такому вот бесстрашию человек идет вперед и делает успехи. И как же повысить самооценку? То есть такой основной, я назову буквально пару каких-то пунктов, которые на самом деле могут помочь вам начать работать над своей самооценкой даже без психолога. Первое. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, кто вас окружает, какие люди рядом с вами. Если это люди, которые вас поддерживают, если люди, которые вас постоянно мотивируют, если люди, которые достаточно позитивно к вам относятся, и если даже вы вдруг где-то терпите неудачу, они вас поддерживают с такими словами, что ничего, это твой опыт, ты стала еще более опытная, сильнее, и сейчас сделай следующий шаг, и у тебя получится. Если же такие люди есть рядом с вами, то поздравляю, вам повезло. Но сколько таких людей вообще? Либо как много друзей могут выдержать ваш успех? Как много друзей могут радоваться действительно вашим победам? К сожалению, таких больше, которые не могут пережить успех своих друзей. К сожалению. Вот, поэтому обязательно смотрим на свое окружение. И если есть рядом с нами токсичные люди, от которых мы можем избавиться, делайте это, не волнуйтесь, не переживайте, вы без них будете гораздо спокойнее, гораздо увереннее в себе, даже несмотря на это, потому что вы будете знать, что вас никто не будет оценивать, никто не будет критиковать, и никто не будет как-то указывать на ваши недостатки. В то время как нам наоборот нужно взращивать наши победы, акцентировать внимание, фокусироваться на том, что у нас хорошо получается, для того, чтобы самооценка наша росла. Это первое. Второе. Почаще проводите время для себя. Как бы это банально ни звучало, даже я, мама двух детей, жена турецкого султана, между делом, готовя турецкие лепешки, гёзлеме, отводя ребенка на курсы второго нянча и кормля грудью, я успеваю уделить время себе. Серьезно, я стараюсь выдавливать буквально это время. Хотя бы 5 минут на одну страничку психологической литературы. Или 10 минут на 2-3 асаны из йоги. Или просто посидеть с кружкой горячего кофе. Заметьте, горячего, потому что с ребенком-младенцем, с грудничком обычно мы пьем кофе какой, ледяной. Нет, я бросаю все. Даже если бардак, даже если посуда не помыта или еще где-то. Я знаю, он сейчас спит, и я бегу это время уделять себе, честно, честно. И меня не мучает совесть, потому что я понимаю, что я важнее всего. И это по поводу того, что да, можете выйти на прогулку, можете заняться спортом, можете что угодно, ну хотя бы 5, 10, 15, 20 минут, если это будет час, это будет великолепно. Поэтому обязательно развивайтесь, обязательно ищите какие-то ваши интересы, которые бы вам хотелось, чем бы вам хотелось заниматься, потому что благодаря позитивным эмоциям, которые вырабатываются у нас во время занятий любимым делом или просто приятными какими-то, или даже просто когда вы отдыхаете, это уже дает нам силу на то, чтобы двигаться дальше, на то, чтобы пробовать больше, рисковать, не бояться осуждения, критики со стороны. Это вот такие буквально простые, банальные, но на самом деле очень действенные советы. Поэтому надеюсь, что они вам помогут, и вы обязательно что-нибудь да попробуйте. Поэтому
На этой неделе в телеграм-канале я буду делиться различными упражнениями, техниками, практиками, которые будут помогать нам взращивать и как бы поднимать нашу самооценку, нашу самоценность, это немножко другое, но тем не менее. Так что, если вам интересна работа с психологом в группе на канале, то заходите на телеграм-канал, ссылки все будут внизу. Я вас буду ждать, все. Чао, какао. Буду пить свой горячий пока что кофе. Пока.